Очень сложный вопрос. Вы не рисуете никогда, вы не сможете, у вас мозг сломается. Как там еще раз? Индивидуальные полоски, индивидуальная морда. Я художник, я так вижу. Здравствуйте. Всем привет. Здравствуйте. Всем привет. Всем здравствуйте. Всем привет. Меня зовут Полина. Меня зовут Маша, мне 15 лет. Меня зовут Семен. Меня зовут Аня. Меня зовут Маруся. Меня зовут Злата. Меня зовут Аня. Меня зовут Милана, мне 10 лет. Меня зовут Даша. Меня зовут Сева, мне 8 лет. Меня зовут Марка. Меня зовут Милана, мне 7 лет. Меня зовут Виктор Королев. Всем привет, меня зовут Алиса, я снова в лагере искусств. Итак, это 5-й сезон телевизионного арт-проекта. Участникам проекта предстоит недельное погружение в мир изобразительного искусства и журналистского мастерства. Они воспринимают мир иначе, они как чистый холст, они могут все что угодно творить. А взрослый человек, у которого есть уже академическая база, очень сложно повернуть, развернуть, показать мир с другой стороны. С первым заданием, самопрезентацией, ребята справились успешно. После теоретической части снова телепрактика. Необходимо рассказать о своей картине. На первом занятии в лагере искусств мы рисовали зебру. Зебра – это порода лошади. Этот рисунок начинается с построения карандашом. Сначала рисуется тело, а потом голова, а потом нос. А потом, когда мы уже все нарисовали, мы закрашиваем фон черным. Зебра полностью белая, и на ней черные полоски. У каждого полоски индивидуальные. Я нарисовала полоски, похожие на водоросли. По поводу окраса зебры до сих пор ходят споры. Зебра черная в белую полоску или белая в черную полоску? Эти ребята белые в черную полоску, а вот ты черный в белую. Есть мнение, что полоски зебры – это способ маскировки. Это маскировка от насекомых? Или от хищников. Ученые считают, что зебра может различать различные цвета. Зебра в клеточку. Но это невозможно. Зебра бывает только в полосочку, как я, Поля. Зебра может развивать скорость до 65 км в час. От преследования хищников животное убегает зигзагами. Зебра изображена на гербе Ботсваны. Это страна в Южной Африке, где обитают эти животные. Мы работали сегодня двухклассными, и для меня это была непривычная работа, но я быстро привыкла, потому что это не так уж и сложно. У каждого работа получилась индивидуальная. Индивидуальные полоски, индивидуальная морда и, в конце концов, индивидуальная подпись. Моя подпись состоит из трех букв и читается «Мур», потому что М – это первая буква моего имени, а УР – это две буквы моей фамилии. Моя картина называется «Зебра принцесска», потому что она выглядит очень мило. Я бы назвала ее «Зебра в водорослях». Я раньше много раз рисовала животных, но никогда не рисовала зебр. Ее было не так уж и сложно рисовать, потому что здесь всего два цвета. Я была уверена в том, что у меня получится нарисовать достаточно красивое, и я думаю, что у меня красивая работа. Здорово то, что в работе о хроматической гамме мы, ребята, рисовали именно зебру, потому что это милое такое позитивное животное, и в принципе не так уж важно, сколько у него полосок, если ты их нарисуешь, ты уже можешь классно передать образ такой веселой и доброй зебры. А вы знаете, что такое иллюстрация? Иллюстрация – это рисунок или фотография, который поясняет текст. Сегодня мы иллюстрировали наши фантазии. Мы создавали собственный дом на дереве. Ну, все мечтали какой-нибудь шалаш на дереве, или под деревом, или возле, ну, убежище собственное. Ну, так вот, мы делали как раз собственное убежище, как мы бы его сделали, как придумали, или как оно могло бы существовать. У нас была основа – это дерево. И дети уже сами фантазировали, каждый нарисовал то, что ему хочется, там качели, лестницы, допустим, какие-то цветы, розовое небо. Ну, то есть дети у нас сегодня развлекались как могли.
Мы сегодня писали картину в жанре иллюстрации. В моем домике на дереве есть гамак, есть бассейн. После этого я нарисовал волшебный закат. Он переливается всеми цветами. Вот это облака. А то можно подумать, что это три луны. И у меня получилась такая лесенка веревочная, интересная, как будто как зубная паста. Мой дом на дереве – это дом, который стоит на другой планете. На этой планете всегда розовое небо, и с неба падают звездочки. Может, там живут животные какие-то необычные, может, единороги. Я бы сам хотела проживаться в этом доме. Я художник, я так вижу. Первые иллюстрации появились еще в Древнем Египте. Они поясняли тексты гимнов и заклинаний. Среди иллюстраторов есть знаменитые писатели и поэты. Это Александр Сергеевич Пушкин и Ганс Христиан Андерсен. Кстати, комикс и карикатура – это тоже виды иллюстраций. Рекламный плакат – это тоже иллюстрация. В наше время на помощь иллюстраторам пришли компьютерные технологии. Но по-прежнему ценится иллюстрация, выполненная на бумаге. Чаще всего я использую свои иллюстрации в открытках. То есть сканируется, обрабатывается и уже печатается многократным тиражом и продается. Такие обычные иллюстрации тоже покупают в готовом виде, не в электронном, не в печатном, потому что это сейчас ценится. Получается, что книжная иллюстрация, комикс и мультфильм – ближайшие родственники. Это ярче всего отражает творчество одного знаменитого автора. Один из известных иллюстраторов 20 века – писатель Владимир Сутеев. Три котенка под грибом, палочка-выручалочка, яблоко. На сказках и рисунках Сутеева выросло не одно поколение детей. Куда спрятаться? Увидел муравей на полянке маленький грибок. Картинки к этим сказкам Владимир Сутеев рисовал сам. 5 дней интенсива, 20 часов теории и практики и бесконечное количество положительных эмоций. Не все получилось сразу, но вместе мы это сделали. Писатель Владимирович, Владимир Георгиевич Сутеев. И рекламный плакат – это тоже иллюстрация. Зебра в черную по... Черная, белая? Рекламный прокат. Плакат? Да, плакат. Скажешь такое? Но по-прежнему ценится. Это 5-й сезон нашего телевизионного арт-проекта.